монетками, рисом и конфетками перестали осыпать молодых. Рука начинает трястись, ручка. Я не могу. Жених, смотрю, такие глаза на нее развернул. Пожалуйста, пожалуйста, давай. С этой минуты вы муж и жена. Хочешь узнать больше о современных и интересных профессиях, но боишься задать глупый вопрос? Мы зададим все глупые вопросы профессионалам за тебя. А они расскажут, как все есть на самом деле. Ты смотришь «10 глупых вопросов». Меня зовут Юлия, работаю главным специалистом во дворце бракосочетания номер 5, управление ЗАГС Москвы. Нет, нельзя. По удаленке вы можете только онлайн подать заявление на регистрацию брака, не выходя из дома. А расписаться необходимо явиться обязательно во дворец. ЗАГС – это запись актов гражданского состояния. Это рождение, перемена имени, установление отцовства, заключение брака, расторжение брака и так далее, и так далее. Мы сопровождаем людей от начала их жизни и на протяжении всей жизни. Дворцы бракосочетания занимаются только регистрациями брака. Со вторника по субботу с 9 утра мы только регистрируем браки, дарим радость, соединяем семьи и так далее. А расторжением, наверное, лучше зайти в ЗАГС или в МФЦ сейчас можно обратиться. Недавно тоже заводила в зал пару. Стою, дверки прикрыла, значит, и... А, слышно же? Я стою, все, ведущий, говорю, все, две минутки, и мы начинаем. И слышу жених с невестой. Все, сейчас там будет эта женщина, да, с халой на голове. Она говорит, да, будет про корабли любви нам рассказывать. Я смотрю, у меня Яна стоит, ведущая, девочка, все, там, куколка-конфетка. Я говорю, Ян, сейчас ты расстроишь их. Не дождутся они женщину с халой на голове. Вместо корабля любви у нас корабли уже уплыли давно-давно-давно вместе с теми выпусками КВН. Нет, сейчас очень красивые тексты, лаконичные. Яна прочитала свой текст, обрадовала их, они улыбались, плакали, были счастливы. Ну, вообще, мы не стихами читаем. Я вам расскажу тайну. У нас у каждого своя речь написана, каждый пишет свои речи. Естественно, там есть основные. Это вступление, это согласие спрашиваем, согласны ли вы вступить в брак, и является ли оно добровольным, искренним и взаимным. Но, в принципе, все речи мы пишем самостоятельно. Для разных пар все равно немножечко разная речь. Для молодых пар она более там искренняя, более нежная, там про романтику, про любовь. Для возрастных пар она уже больше идет про уважение, про чувства, про взаимопонимание. Поэтому у каждого ведущей несколько текстов. Каждый свой текст она читает, ну, вот когда уже видит непосредственно пару. Никаких стихов, никаких кораблей, ничего подобного нет. Можно заказать оркестр. И дома, на сайте, можно выбрать композиции. Ну, конечно, тут уже полет фантазии. Это может быть не Мендельсон, это может быть «Звездные войны», например, да, очень часто пары выбирают, или что-то еще более оригинальное. Лабутены тоже можно выбрать. То есть девочки играют на выбор композиции, там уже жених с невестой креативит дома самостоятельно. Мы можем подать заявление, прийти к сотруднику, к своему любимому в собственном дворце или в собственном органе ЗАГС. Мы можем зарегистрировать, но не самостоятельно. Сами свои документы подписать и оформить не можем. Да никто не сбегает. На самом деле они, наверное, как быстро заходят, так же и хотят иногда, ну, очень нервничают, так же быстро хотят выйти. А самыми первыми выходит фотограф с видеографом. Они встречают их на выходе. Это вот прям на той неделе у меня был случай. Она не сбегала, конечно. Зашли жених с невестой, много гостей. Невеста безумно красивая. Ну, смотрю, очень нервничает. Прям очень-очень. Я прочитала свой текст. Присаживайтесь, говорю, ставим подписи в актовой записи. И невеста берет ручку и резко замирает. Я не могу. Я не могу. Жених на нее смотрит, я на нее смотрю, говорю, давайте успокаиваемся. Все это тихо, тут же камера, фото, видео, гости. Я не могу. И вот эта вот рука начинает трястись, ручка. Я начинаю, ну, немножко нервничать. Думаю, то ли это шутка, она сейчас тут пугает, то ли она правда уже не может. Жених, смотрю, такие глаза на нее развернул. Пожалуйста, пожалуйста, давай. Все. Не снимайте, не снимайте меня, не снимайте. Гости начинают перешептываться, я уже начинаю нервничать по-настоящему. Я говорю, пожалуйста, вдох-выдох, вдох-выдох. Давайте мы поставим, все хорошо, вы же согласны? Да, да. И она ставит подпись, жених выдыхает, гости перешушукались, и начинаются просто аплодисменты, не дождавшись никаких объявлений мужем и женой, потому что все выдохнули. Ну, дальше мы продолжили церемонию уже в формате «обменяйтесь кольцами», «с этой минуты вы муж и жена» и так далее.
смотря какое имя. Валерий и Валерия тоже, да, и мужское, и женское имя, поэтому нет, конечно, Валерий не может стать Валерия. То есть все равно мужское есть мужское, женское. Есть определенный словарь имен, где можно посмотреть. Открываем словарь имен, смотрим, подходит ли это имя, могу ли я такое имя вписать или не могу. Если вы хотите сменить фамилию, имя или отчество, и вы самостоятельный взрослый 18-летний человек, вы идете в орган ЗАГС и говорите, хочу сделать акт. Акт называется перемена имени. И имя должно быть имя собственное. Ты, ну, не можешь назваться деревом. Это должно быть имя собственное обязательно. Заполняете там определенные заявления, платите госпошлину и ждете, пока вам выдадут новый документ. Любую можно выбрать фамилию, какую вы хотите. Вот недавно у меня был жених с невестой, невеста была принц. У нее была фамилия принц. Жених взял ее фамилию, тоже стал принцем. Ну, вообще, на самом деле, сейчас все стало гораздо легче. Сейчас в роддоме можно зарегистрировать рождение и оформить запись акта о рождении. 350 рублей оплата госпошлины или 245 рублей оплата через онлайн. 21 век, ребят. Заявление подаем через портал госуслуг. Никто в очереди в собственной квартире не стоит. Сели дома со своим будущим супругом, открыли портал, заполнили, оплатили. Поэтому никаких очередей нет. Ну, кто приходит к нам, соответственно, уже тоже так же подает, но очередей нет. Рядом ходят всегда бабушки, уборщицы, в нашем случае охранник. На самом деле сейчас стали чаще кидать не монетки, конечно, чаще это лепестки роз, либо хлопушки. Как-то монетками, рисом и конфетками перестали осыпать молодых. Каждый раз звучит хлопушка, я вздрагиваю, не знаю, когда я к этому привыкну. А так, конечно, все это очень красиво, приятно наблюдать, как розы, лепестки, все падает, очень красиво. Работают 7 дней в неделю, и есть первый дворец бракосочетания, который работает ночью. Вы можете зарегистрировать свой брак ночью. Есть третий дворец, который работает 7 дней в неделю. Есть дворец бракосочетания номер 4, который открылся сейчас после ремонта, который работает 7 дней в неделю. Плюс четверг, пятница, суббота, воскресенье. Они работают не до 6, а до 8 часов вечера. Ну и первый дворец, который работает ночью. Там есть у них определенные даты ночные, можно зарегистрировать и поехать потом отдыхать в клуб или по ночной Москве покататься под звездами и так далее. Юридический вуз. Нет такой профессии, да, там приходишь на факультет, я буду сотрудником ЗАГС. Нет, такого нет. Тут приходишь на юридический факультет, заканчиваешь его, потом уже, пожалуйста, управление ЗАГС. Я не знаю, от и до, но я знаю, что я зарабатываю вполне достаточно и не жалуюсь. У нас очень хорошая зарплата. Средняя 60. Начальник управления ЗАГС Москвы, пожалуйста. Объединять семьи, объединять жизни, радоваться, смотреть, какие они счастливые. Говорить, что с этой минуты вы муж и жена, и они счастливо смотрят друг на друга. Глаза там наполняются этими слезами, ну, то есть ты получаешь заряд энергии. Ой, когда они хохочут. Они идут, заходит жених, невеста и начинают истерически смеяться. Я понимаю, что это истерикой, что они очень нервничают. Я знаю, что они сами не могут остановиться. И порой они даже извиняются. То есть они при смехе говорят, простите, пожалуйста, и продолжают смеяться, потому что они не могут остановиться. Думаешь, то ли они над тобой смеются, то ли еще что-то, то ли им там не нравятся твои слова. Ну, то есть вот это немножечко, да, так раздражает чуть-чуть. Быть уверенными в себе, любить свою профессию, и говорить четко, внятно и громко, чтобы слышали окружающие гости. Сейчас ведущие проходят обучение в Высшей школе Останкино и также проходят обучение в Университете управления Москвы. Вот, да, мы постоянно обучаемся. Я люблю работу.